канун Дня города в Орске открылось новое футбольное поле. И вот команда юниоров играет свой первый матч. Первыми доверено открыть матч выставочный. Решили, конечно же, юным футболистам. И у нас сегодня два достойных соперника. Это наша ведущая команда «Надежда» и вторая команда, знаменитая «Новотроицкая Носта». Ребята, которые проехали по России от Сочи до Тюмени, они знают качество покрытия. Сегодня вы впервые играли на новом футбольном поле. Что можешь сказать, оцени его? Поляна очень хорошая. Удобно, мягко. Чувствуется, как на настоящем поле. Если сравнивать с вашим полем Новотроицким? Ну, вот это чуть получше. Сыграли первый тайм. Какой результат, да, вот как вам соперники? Ну, как бы они младше нас, но все равно чувствуется, что мы ведем. Просто пока не везет. 0-0. Пока что 0-0. Еще сколько таймов? Может, у вас какие-то там есть свои приемы, которые запасли последок? Ну, не знаю даже. Мы должны выиграть сейчас. У нас задача такая. Хочу сказать, что орская команда «Надежда» на 2 года младше своих соперников, но посмотрите, как они выступают, как играют в футбол, они львы на поле, можно сказать. И посмотрите, редкие контратаки наших гостей, они отвечают прекрасными выпадами, уже вот 2 острых момента они не реализовали. И хочется отметить тоже нашего вратаря, который спас практически 2 100% момента. Здесь именно на этой площадке будут проходить главные спортивные события в Орске. Да, это центральный стадион, и на следующий год здесь запланировано открытие областного фестиваля рабочего спорта с участием стран СНГ. К нам в гости приедут не только сильнейшие областные наши спортсмены, но и спортсмены стран Содружества. И даже есть такая информация, что наше приглашение даже приняла Чехия. У нас город готовится к большой чести проведения большого спортивного форума. И он пройдет здесь, на стадионе «Авангард».